Итак, мы добрались до острога. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание вот на этот мост. Очень прикольно смотрится с нашего ракурса. Ребята, по-моему, пляски будут. Мы добрались до острога в городе Ялуторовск. Кстати, проходим мимо касс. Никто ничего не платит, все довольны. Все включено. Все включено. А? Ну вот мимо касс же прошли. О, дэнс, дэнс, дэнс. Пати. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. О, церковь. Нет, вам угощают хлебом и солью. Я хлебушку. Вот. Ну, прекрасно. Когда встречают с хлебом и солью, это прекрасно. Экскурсия. Сейчас будет экскурсия, еще одна. Ялуторовский острог. Пока не совсем понимаю, что происходит, но я на взводе. Что-то интересное. Ключа? Бросать-то будем? А ты мне подожди пока. Подарок какой-нибудь тоже отдай. Потому что больно я люблю подарки от тебя получать. Пустяцкий это? Ой, это же моя любимая. Ой, два человека. Подарок-то никакой не делают, а? Правда, давай. Не дают мне. А что ж, пошли вы знаете? Давай, наяривай. Что там? Частушки! Эй, частушки! Давай, наигрывай! Танцы задевают! Мероприятия в современном формате. Это и квесты, и представления, и гуляния народные. Вот, и сейчас немножечко слов об амбаре скажет Алена. Пожалуйста. На обзорной экскурсии, конечно, мы знакомим наших гостей с бытом, как в амбаре было все устроено. Вот видите, здесь есть и закрома классические, да, где хранилось зерно. И здесь и сушат травы, и представлена коллекция предметов, которые всегда использовались в быту. Вот о них мы на экскурсии обычно и рассказываем. Здесь у нас жернова есть мечты, кто хочет, может попробовать, помолоть, да, зерно, муку. Здесь вот такие у нас две духи стоят, это амбарные обереги. От слов деда дух такой делался. Спасибо. Оберег и ставился в амбаре на год, чтобы он защищал урожай, конечно же, здесь. И приспособления для перемотки ниток, есть разные детали ткацкого станка, и старинные прялки, и, конечно, вот такой прялки. Интересный предмет. Я бы хотела загадать загадку, как вы думаете, для чего он использовался? Утюг? Конечно, да, старинный утюг. Называется рубель, но еще называют каток и валек. Не зря я веду программу «Пешком по республике», я проходил это. Нам раздали по рябинке, раздали под язык, где будет танцевать так.
как танцевали артисты ближайшие пару суток. А сейчас спускаемся в подвал, экспонаты, руками не трогать написано. Такой веселый мозг, спускался. Да. Подземелье. А вот, вот это тело, как тебе? Походу криминал? Это? Ну, 105-е. 105-е. Еще каркас столбовой техники, то есть строилась яма на полметра глубиной, устанавливались столбы, сверху рама, и между столбами жерди утеплялось все дерном и травой, вот вы с внешней стороны уже видели. Обогревались, конечно, землянки. Костром, было дымовое отверстие для выхода дыма, для проникновения света в такое жилище. Ну вот мысленно полуземлянка делилась на две части. Я не знаю, видно вам или нет, но тут прикольно. Подготовка. Вот так выглядели доспехи. Да ничего так. Сибирского воина. Нет, это русского. Казака. А это... Нет, это кочевого. Это кочевой. Ты что, сибирский, думаешь, металлическое на лицо одевал, что ли? Потому... Я говорю, это вот кочевник. Кочевника. Да, да. Потом... да вот да, кочевника, а это себе. Молодец, казака. Справился. Я же снимал сначала там. А мне показалось, что ты... Тяжело, кстати. Ну, конечно. Я даже кольчугу пробовала одеть. Я стендап один раз писал, но там она была как кожаная такая. А для моих телезрителей стендап это не юмор, да? Да. Стендап это новостной. А то у меня смотрят, думают, стендап расписал, что стендапер с ним? А, новостник, стендапер, назовем так. Нет, я... Ну, давай, да. У нас не мое, в общем-то, звание. Ладно. То путаться будем. Ну. Стальник, сначала я объясню, это святая святых, пыточная. Что это? Это веревка просто висит? Это Дыбай, по-моему. Дыба. На дыбу, да. Я даже не хочу знать, за что подвешивали. Суставы и прочее. Так. Это палач так выглядел, да? Получается, какую-то конечность в это завязывают и крутить начинают. Ребята! Я думаю, что вы сами догадаетесь, для чего эта штука. Вот там еще эти кандалы в стене. А, кандалы. Аккуратнее. Кандалы, кандалы. Розги! Так, а, вот, вот она, висельница. И... Смотри-ка. А это, по-моему... Из Тараса Бульбы? Из Тараса Бульбы, да? Да, да. Я тебя породил, я тебя и пародировать буду. Стрелы это что это? Нет, это а, розги. Это розги. Это 50 оттенков. Пила. Ой, не упоминай это в суе. Кандалы. Ну-ка, отойди, пожалуйста, Игорек. Пила, пила там, а это кандалы. Ужас. Первые правители. Сидели здесь вот так. Вообще жутковато, честно говоря. Все это выглядело как пол гостинки. Фигурочки. Ну и, конечно, скопидомчик. От слов скопить в дом. Такой оберег на достаток. У него приклеена монетка самой низкой стоимости на донышко. Это не матрешки. Это сударышки. А чем отличается от матрешки? Ну, в них колотушек. Ничего нет. Она продажа нет деревянных колотушек. Есть, да, у нас пустая есть женщина. Лавка. Я могу вам потом показать. После никакого внутреннего мира. Ну, сейчас я вас приглашаю в следующую мастерскую. Проходите, пожалуйста. Зато не сломается. А из обереговых, например, вот такая кубышка-травница. Набита она целебной травой. Если мы ее помнем, принюхаемся, то почувствуем приятный травяной аромат. Вот такую кубку сделать на здоровье, чтобы не отравленный. Да, вот что значит в остроге да, побывал. Да. Мелисса и мята там есть, да, разные травы. Миша, потом я, ладно? Стучи. Миша, а потом я. Активнее. Кулаками. Сейчас мы можем с вами. Диско. Кулаками, кулаками. Да, да, да. Молодец. Только посочувствуй. Хорошо, сейчас приглашаю вас. Спасибо. Поехали. Могли бы впечатлениями вас сейчас? Построили, да, сейчас. Хорошо. Вот, а что особенно понравилось? Может, ну, пока здесь время, пойдем, вот он есть. Главный персонаж, царь Берендей, который ждет приятных гостей. Очень приятно, царь. Который приедет. Да, здесь очень круто. Так, царь Берендей. One photo, please. Избудется желание прям? Конечно.
Что-то я не слышал уверенности в словах. Ну, конечно, я сарказм я не слышал. Загадай. Попить чаю. Все. Чай, стол. Этот человек не соврал, и Берендей тоже не соврал. Мы оказались за секунду в чайхане. Ну, завтра лучше. Арсений сказал, покажу жене, как надо готовить. Вот примерно вот так. Блины, капуста со свеклой, что ли, почему-то розовая. Свеклой, да? И с хреном, мама. Огурцы, пирожки с чем-то. С капустой. С капустой, картошка. Сушки. В общем, полный... праздник. Смотрите и завидуйте. Да правда, приезжаешь, и там начинают каждый спрашивать. Да? Нет, как бы... Одно и то же, да? Одно и то же приходится рассказывать. Ну ты приукрашивай. С каждым разом новые детали. Ты мне кинь ссылку на все это. Я там до Владивостока сгонял. Ну как вам, друзья? Нам раздали сушки с предсказаниями. Я очень довольна, мне особо здорово. А ты прочитай, пожалуйста. А, мне нужно смотреть по сторонам, и я встречу свою судьбу. Ура, ура. Наконец. Настоящие сибирские блины. Елутеров считается столицей блинов российских, нет? Или, видимо, или да. Тюмень. Скорее сибирский. А? Елутеровск. Прям Елутеровск? Да. Как они себе так это звание? Тогда Йошкар-Ола столица марийских яиц, например. Вот, что не так, можно ведь сказать? А давай, поделись своими впечатлениями от острога, но лучше вот от еды. Ты у нас ценитель, гурман. Ну, еда вообще отличная, особенно капуста. Русские блины, зачет. Русские блины, да. Бомба. Отличный чай, великолепный чай. И да. Предсказания, крендельки с предсказаниями. Крендельки с предсказаниями, мне досталось два предсказания. Вот. Один, весь год не буду отбиваться от гостей. А второе, неважно. Ну, ни о чем тебе досталось, да. Честно говоря, предсказание. Фигня, короче. А куда? Там так высоко. А, там она? Мы идем в сувенирную лавку. Штурман. Это люди, у которых еще остались командировочные. Так, ой, я пока с высоты острог. Настало время мелких радостей, сувениры все опять закупают. Картины. Это что-то такое. У бабушки на телевизор кладут, наверное, на экран. Мелкие радости жизни. Как Женя сказала, это что-то европейское. Похоже. Ну, красиво, красиво. И, наверное, еще вот куколки такой вот. 156, да, вроде? Ну, это куколки счастья, да. Да. Мне кажется, это запись. Я вон с колонки. Я сначала-то думал, это из оттуда все идет. Да, что они не угомонятся никак. Да. Ну все, путешествие в Елутеровск. Окончено. Мы едем домой. Идем на восток. На северо-запад. В песне поется «Идем на восток». Я же специально в манере Макса Покровского пытался это сделать. Ладно, вот так выключаю. Пока.